Добрый день, добрый, всех привет, дорогие друзья. Сегодня у нас на обзоре такой вот замечательный городочек, называется он Коровки. Название мне очень сильно приглянулось, оно уже очень давно лежит у нас в папочке непосмотренных видосов, ну, обзоров, точнее, на подписчиков, так что мы сейчас с вами посмотрим, сделаем такой краткий экскурс на этот город. Прошу вас тоже спуститься в комментарии и оценить его по достоинству, ну, либо же выдвинуть свою, может быть, такую продвинутую критику, вот, очень проработанную. Ну, в общем, давайте без лишних слов уже начинать. Соответственно, что мы видим? Так, нас уже тут погружают в события, соответственно, Старокоровки. Это, видимо, основной город, еще, видимо, советской застройки. Тут я вижу, что очень интересно такое вот решение тут такими деревьями засадить все. Ну, в принципе, отчасти похоже даже на то, как я строю. Так что, в принципе, тут похоже на мой стиль застройки. Школа номер 9, улица Старожская, проспект Гагарина, гаражи заброшка. Ага, все сходится, ребята. Гаражи заброшка, это хорошо. Так, соответственно, нас от города немножко куда-то везут. А, нет, нам надо другой круг показать. Ну, что сказать, в принципе, тут много, конечно, незанятого пространства. Я, блин, по крайней мере, то есть, если, ну, нет идеи, чем застроить, я бы хотя бы деревья там засадил. Потому что здесь я сначала расчищал, вот, под этот LED, или как называется, линия электропередач. Да, LED. И, соответственно, видимо, все деревья убрал и забыл их поставить. Хотя, на самом деле, есть такой указ, не указ, закон, что, мол, рядом с LED, там, на каком-то расстоянии должны стоять деревья из-за того, что там может что-то там возгореться и произойти пожар. То есть там на каком-то расстоянии должно быть не жилых домов, мазафака, а это что такое, не, соответственно, деревьев. И рядом со школой, кстати, стоит там эта ушка, облучается. Ну, хотя нет, там, наверное, нет никакого облучения, но тем не менее. Заброшка, железнодорожный проспект. Ну нет, в целом, приколдес. Вот, то есть в данном случае мне вот особенно нравится именно заброшки. То есть в данном случае новый район мне вот приглянулся. То, что советский, он, в принципе, советский, он такой базированный, я бы сказал. А новый район, он прям такой, явно там 2000-е застраивался. Хотели там еще дома построить, что-то не построили. Вот здесь как-то побольше жизни я чувствую, вот именно в этом как-то больше какой-то идеи, что ли. Так что, в принципе, неплохо на самом деле. Тебя тоже отпишите по поводу Старой Коровки, что вы об этом думаете. Тут у нас, кстати, проезд такой интересный, подъемный получается. Церквушка возникла, я не знаю, что там раньше было, наверное, какой-нибудь универсал, универмаг. О, пляж. Куда же без пляжа? Река Коровинка, то есть, соответственно, ребят, я думаю, все поняли, у нас была река Коровинка, и, соответственно, получился город Коровки. Очень, очень, по-моему, даже мило. Тут, наверное, какой-то промышленный гигант. Вау, вот на самом деле, по поводу, ой, еще по качеству, да, грузовая станция. На самом деле, вот по поводу развязки мне нравится, вот реально, железнодорожно, вот, надо разделять, ребят, есть обычная инфраструктура, там, а-ля дома, жилая застройка и все такое, есть какой-то, знаете, индастриал, и тут в плане индастриала мне, в принципе, проработка нравится, то есть, в целом, не, ну, конечно, можно стремиться там к совершенству, но в целом неплохо. Рыбостанция Катигорошек. Катигорошек, наверное. Или Кати Горошек, я не знаю. Может быть, Кати, может быть, Катя. Что за Катя там? Вот здесь уже, конечно, менее проработано, но тоже неплохо, на самом деле. Ну, мне, по крайней мере, тоже скорее да, чем нет. Вот, так что в данном случае. Тут у нас какое-то вообще множество, и какие-то нефтеперерабатывающие, и вот здания как будто под аэропорты. И вот тут у нас тоже вот и нефтедобыча, и нефтепереработка все в одном месте происходит. Такое, наверное, в жизни возможно, но сейчас вот, честно, я как-то даже такого не встречал. Обычно там... Хотя, наверное, есть предприятия нефтеперерабатывающие, нефтедобывающие там полного цикла, а-ля что-то типа металлообработка, что там металл добывается в соседнем цеху, там а-ля перерабатывается там первично. Хотя вот не знаю, ребят, не знаю, боюсь говорить. Опа, ЖК Новокоровки. Слушайте, вот это уже, ну, вот это уже на самом деле, хотя вот эти вот дома, конечно, не очень удачно, ну, в целом не очень удачно, думаю, со мной согласитесь, но в целом смотрится, ну, оно смотрится в целом. И по поводу таких моментиков, связанных с
а-ля ролеплей, что как бы не все сразу достроено, тут какое строительство у нас идет. В данном случае, ну, на самом... Нет, мне нравится. Вот в целом, что-то вот, что-то такое есть. Даже, я бы сказал, цепляет. Цепляет. Какую-то лесоферму тут же рядом. А, и, в принципе, и просто ферма, как бы, почему бы, собственно говоря, и нет. Новые коровки. То есть коровки это, наверное, старые коровки, вероятнее всего, подразумевается. Это тут отдельный ЖК построили. Ну что, такой прям, ну, я бы сказал, ПГТ, поселок городского типа. Ну, скорее ПГТ, чем не ПГТ. Ничего себе. Что за змея тут вообще? Очень интересно, кстати, вы тут образовались. Не знаю зачем, но почему, собственно говоря, и нет. Так, а у нас все, обзор завершился. Давайте на каком-нибудь таком вот моментике мы его поставим. Ну чё, ребзя, в принципе, по комментариям, я думаю, я вот основную картинку обрисовал. Мне, опять же, скорее да, чем нет. Само собой, и проработки не хватает отчасти. И заполнения места на карте тоже отчасти не хватает. То есть я вот несколько мест назвал, где бы мне хотелось, чтобы больше каких-то таких моментиков было. Но в целом, я вот отчасти строю так же, как и чел, так что тут у меня прям сильной какой-то критики и вопрос, наверное, не будет. Ребят, если кто-то хочет более критично отозваться о данной постройке, пожалуйста, напишите в комментариях. Я все читаю, абсолютно все комментарии, некоторые даже лайкаю. А на некоторые ставлю такое сердечко, это значит, что мне особо он приглянулся, и это прям супер кайф. А если вы еще напишите какой-нибудь хвалебный отзыв, то я, вероятнее всего, вообще напишу, что спасибо большое, дорогой друг. Вот, что я прям отвечу на ваш коммент. Так что, ребят, вроде все сказал. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем удачи, всем пока-пока.